Вы знаете, гениально, и все просто. Но больше сказать нечего, наверное. Когда пройден уже очень долгий и трудный путь вообще работы с телом, конечно, были и успехи, конечно, все было, но когда сталкиваешься с этим методом, он настолько затмевает все прошлое, что пребываешь в каком-то совершенно непонятном состоянии, и вообще, ой, нужно ли это все было. Ну, конечно, знания они нужны, опыт нужен, но вот то, что дает надежда, это, конечно, выше знаний, опыта, это что-то неземное. Но раз неземное, это значит божественное, не побоюсь этого слова. Потому что это действительно настолько высоко, просто и эффективно, ну, что не хочется даже ничего доказывать. Просто нужно прийти и самому все увидеть и почувствовать.